Всем большой привет! Сегодня у нас воскресенье, и сегодня Пасха. Я всех поздравляю с Пасхой. Христос воскрес! Пусть в вашем доме царит мир, покой и любовь. Здоровья вам и счастья! Оставайтесь с нами. Сегодня мы будем праздновать семейный праздник, Святую Пасху. Так что проведем это воскресенье вместе. Вчера мы ездили в русский магазин, вы были вместе с нами, и сегодня будем делать праздничный стол. Покрасили яички, купили шоколадных русских конфет, у нас есть кулич и Пасха, так что будем накрывать стол. Пойдем обедать к тете. Всем еще раз большой привет и всех поздравляю со светлым праздником Пасхой. Всего вам самого доброго, самого лучшего, самого хорошего. Пусть в вашем доме царит мир и любовь. А также с 1 мая. Итак, сегодня мы идем на обед. Оставайтесь с нами. И сейчас я вам покажу по-быстренькому мой домашний аутфит. Ну что, будем смотреть? Итак, девчонки, аутфит у меня совершенно простой. У меня джинсы рваные, такие бойфренды немножко. Вот такая моя любимая. У меня их две с черной и синей полоской кофточка, матросочка. Но она не трикотажная, а как бы из такого шелкового материала, поэтому не обтягивает, лежит хорошо. У нее длинный рукавчик. И сверху, так как у нас прохладно, я одеваю жилеты. Я обожаю длинные жилеты. Понимаете, всякие разные. У меня в коллекции не знаю сколько. Если вам будет интересно видео о моих жилетиках, то напишите. Я обязательно сниму такое видео. И достала мой крестик еще из России, мамино колечко. Думаю, что сегодня как раз тот день, когда хочется одеть вот такие украшения из России. Так как крестик я не ношу здесь каждый день, потому что к таким украшениям, как крестики, здесь относятся достаточно-таки предвзято. В общем, вот так. Всех так, показываю вам немножко то, что я готовлю. Приготовлю сейчас немного закусочек здесь и отнесу к тете. То есть купила в русском магазине вот такие кальмары копченые. Просто обожаю их. Я понимаю, что это не так сильно полезно, но они такие вкусные, во Франции их не найдешь. Ше Петросян, вы были со мной в его магазине, известный в Париже магазин, купила черный хлеб типа бородинского. Также взяла в русском магазине шпроты, буду сейчас делать бутербродики со шпротами. Купила московский провансаль постный и с зеленым лучком. И купила, муж у меня любит сервелат, вот такой лакман. Да, лакман. Вот. На основное блюдо у нас будут пельмени. Мы купили большой пакет пельменей с баклажанной икрой. И также яйца мы накрасили вчера. Не накрасили, наклеили. И на десерт у нас будет зефир, русские конфеты, кулич и Пасха. Она в холодильнике, потом вам покажу. Так что буду делать бутербродики. Вот такие получились у меня бутербродики с шпротами. Что я на них положила? Итак, поджарила хлебушек бородинский немножко, чтобы не сильно твердый был. Помазала майонезиком. Положила две маленьких шпротины копченых. Так, укропчика, зеленого лучка и соленые огурчики. Дольки соленых огурчиков. Выложила все это на салат. Украсила дольками лимона, маленькими помидорками и вуаля! Бон аппетит! Вот такой вот красивый стол у нас получился. Кальмарчики. Тетя украсила стол. Всегда в белом, очень выгодно, красиво. Водочка. Шпротики. Вот такие вот яички у нас получились красивые. И русские бублики. Бон аппетит, Шери. Здесь наши конфетки, русский зефир, кулич
потом разрежем, покажу. И Пасха. С Пасхой всех. Христос воскрес. Алло, ди. Христос воскрес. Христос воскрес. Христе ресуситет. Вуаля. С Пасхой. Шри, ди. С Пасхой. С Пасхой. Молодец, браво. Пелемешки. Христос воскрес. Эфодир, воистину воскрес. Воистину воскрес. Сейкома Христос ресуситет. И он один жанр. Voilà. Bonne Pâques russe. Bon Pâques, mes chers. Bon Pâques. Chine, Sacha. Chine, mon cœur. Bon Pâques. Voilà, c'est bien, mes mères. Moi, je vais faire un coup sec. Coup sec? Ouais. Mais il est pas fort déjà. Allez, vas-y, tape. Bravo! C'est Sacha qui a gagné. Allez, tape encore. Tape. Bravo! Encore. Voilà, c'est bien. Tu me montres une feuille. Et avec papa. T'as oublié de colorier. Et avec papa, chérie. Il t'a pas à côté. Il me l'a détruit là. Bravo. On a eu avec une Fiat. C'est bien. Non, mais couche. Il est trop chocolat. Elle est trop petite, je pense, chérie. Mange comme ça. Couche ça. C'est bon, je t'aime. Oui, oui, oui. Браво! Пасхальный кулич. Христос воскрес. Мы приехали на Брагант. Сегодня все магазины закрыты 1 мая. Праздник труда. А это Брагант, где люди продают свои ненужные вещи. Мы тоже делаем Брагант раз в год. Обычно в сентябре-октябре. Мы приехали с Брагантом, ничего там не нашли интересненького, или много всего, или ничего. Саня мой гуляет, у нас солнышко, но ветер холодный, прям вообще, сейчас кофту пойду одену. Папа у нас собирает домик, вот сколько деталей. Да, Сань? Папа Альфеля Мизуманка? Пойдем посмотрим. Ты взял? Ку-ку! Алло? T'as pas froid comme ça? Oh là là, ça va être jolie maison, mon cœur. Мы с Анькой одеваем такой капюшончик, чтобы у него ушки не простыли. В его домике будут вот такие маленькие горшочки с цветами. Когда соберем домик, покажем вам красоту. Бабушка вот садит цветочки. Qu'est-ce que я? Je vais regarder salade. Qu'est-ce qu'il est poussé, notre salade? Выросли наши помидорки. Вот растут потихонечку. Меня девочки просят показывать. Вот и показываем. Наша сиренька. А салат уже на следующей неделе будем лопать мы. Вот такой вот огромный вырос уже. Вовсю. Вот такая красота у нас. Салатная. Все праздники кончились, на следующий день режим, салат. И хватит уже кушать. А тут бабушка нам что насадила? Каких-то цветочков. Она у нас любит цветочки. В общем, у нас такой огород соваж. Дикий огород. Здесь вот у нас земляника растет. Лесная.
Мы ее из Италии привезли, теперь целая плантация. И собираем землянику. Вкуснятина. Прикуп. Сатурн. Сатурн. Ты папе помогаешь? Ну что, уселся? На землю. На лицонс. Смотри. Лев туа де бушери. Смотри. Вот так, молодец. Тук-тук. Давай внутрь его заталкивай. Папа сейчас тебе прикрутит. Сыночка. Вот работай на весь день, да, сынуль? Сам взял отвертку и вертишь? Нифига себе, вот мужчина какой. Сатурн. Сатурн? Папа. И папа тоже? Папа тоже? И ты тоже работаешь. Сатурн. Молодец, сынуля. Вот какой помощник. Какой вы молодец. Поливай цветочки. Молодец. И я плю, да? Воды нету. Все кончилось. Вода, пойдем за водой. Рогалька Сатурн. Крутится. Смотри, как красиво, сына. Сатурн крутится. Как ветерок подует, так и крутится, да, сыночка? Будет у нас красивый садик, да, сыночка? Пойдем. Сатурн. 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 Пойдем посмотрим, папа. Закончил вавар лекабан. Вавареский я лёду дам. Пойдем посмотрим. Ой-ой-ой, красота! Домик какой! Красивый будет у нас домик, Сашенька. Ну вот, я в домике. Все войдут, и мама, и Саша. А всем желаю еще раз с Пасхой. Христос воскрес! И мира в вашем доме. И в нашем тоже маленьком домике. До скорой встречи на моем канале. Ваша Светлана. Франция. Пока.